что когда мы читаем Библию, нам нужно понимать исторический контекст. Это помогает, чтобы правильно толковать или же истолковывать Писание. Когда мы не просто читаем, и мы думаем, что это написано в наши дни. Нет. Это написано тогда. Поэтому нам нужно возвращаться, попытаться, насколько это реально и возможно, в ту эпоху. И посмотреть, чтобы понять, что же Бог хотел этим сказать нам. Прежде всего, что Бог хотел этим сказать тем людям того времени. И в наши дни, что это может означать для нас.